Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Warriors Rise to Glory. Так, ну что же, я думаю, что нам следует, наверное, сразу же пойти, да, и кому-нибудь навалять. Поехали в поединок. Как вы помните, в прошлой серии мы с вами завалили босса севера, да, там был скелет. Так, ой, ребята, восьмой уровень, пахалин, имба. Так, у него сила, ну, слабее будет, ловкость одинаковая, атака у него чуть-чуть сильнее, чем у меня. Зато защита, ёпрсты, ребят. Вот это вот да, защита. У меня 8, а у него 21. Я не знаю, что у нас из этого сейчас получится. Давай попробуем. Так, слушай, а что у него за топорик, а? Слабее, чем у меня, надеюсь. 36, неплохо. Неплохо я ему вдарил для начала. Так, давай, наверное, вот так ударим. У ворот. А он попадает. Опять у ворот, хорош. Парень, это уже не смешно на самом деле. У него, по крайней мере, уже слетел шлем. Ну что, давай попробуем так. У ворот, ребят, ну это... Слушай, у меня тоже рассыпаются шмотки. Так, сколько у него здоровья, ребята? Так, ну мы пока еще рулим. Так, подошел. Подожди, а почему у него такой офигительный... Блин, я не могу по нему попасть, что за дела? Я не понял. Слушай, ну у него ловкость как у меня. Какого лешего он так уворачивается? Что, он загорелся? А, у меня же, ребята, есть какой-то шанс поджечь противника, да? Слушай, по-моему, ему хана, ребята. Так, он меня пнул. Я отдыхаю. И он сгорает, так ведь? Есть. Слушай, мне повезло. Так, за то, что он так выеживался, ребят, я его щадить не буду, даже если он мне сейчас и деньги отдаст. Ха! Ты правильно сделал, парень. Иди отсюда. Все, ребята. Я, честно говоря, немножко испугался. Думал, что мы здесь с вами проиграем. Ну, противник был довольно уворотливый. Я по нему попасть никак не мог. Так, ну что, дадут мне? Да, дают, ребята, мне вот эти вот... Как они там называются? Осколки души. Мы с вами продолжаем. Так, сколько у нас сейчас денег? Давайте посмотрим. Может быть, я... 5000, да? 5000. Слушай, я могу что-нибудь себе купить, например, в лавочке. Давайте проверим это дело. Вот. Слушай, а что мне нужно? У меня вообще сет полностью куплен или нет? Давай посмотрим. Так... А, ну, римский у меня, или как он там называется, самурайский. Да, шлем самурая, это все куплено. То есть в данный момент нам нужно покупать, получается, вот эти вот шмотки. Вот эти, это у нас нагрудник, это, короче, сет темного эльфа. Ведь правильно? И для этого нам нужно как минимум 8500, чтобы купить себе броню. Также 7500, это нужно на сапоги. В общем, нужно еще драться. Так что продолжаем, ребята, нашу эпопею. И будем сейчас раскумаривать. Так, фреш, грозный, в бой. Конечно, в бой, ребят. Так, он достает лук, мы подходим. Прикройся! Ага, прикрылся аж 20 раз. Ох, классно я его сейчас вжарил. Так, он переключился, ребята, на... Ага, у него меч. Мы промахнулись. Ох ты. Как он бомбит. Так, ребята, мы его подожгли маленечко, это классно. Он увернулся. Черт подери, он по мне попад... Эй, тут ловушка еще, надо отойти, ребята. Я не успею, да? Я не успел, к сожалению. Ну что, подойдет он ко мне, нет? Я отдохну пока, пока есть такая возможность. У меня нет уже брони, как вы видите. Ух! Давай, 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 давай еще разок попробуем. Ворот. Так, ребята, у меня вообще нету ничего. Я могу вбросить в него бананы. Давай попробуем. По идее, наверное, мы добьем его. Нет, он еще живет, но он... Все, ребят, погиб. Ха-ха. Ну что, будем уничтожать, наверное, я думаю, да? Или как? Что он... Да, ребята, он не согласен платить бабло. Из-за этого ему кирдык. Слушай, ну он практически всю броню с меня, ребята, снес. У меня остались только шорты и поножи. Так, мне бы, конечно, получить бы побыстрее уровень. Вот это было бы классно. Эть!
Одного осколка души не хватило для того, чтобы я мог прокачать себе скиллы. Ладно, не беда, ничего страшного нет в этом. Мы, ребят, с вами продолжаем наш поединок. У нас пустошь. Кьюбайт, да? Неупиваемый. Ну ладно, давайте. Оу, да ты весельчак, я смотрю. Ты начал с лёта, а если вот так вот? Понятно. Так, пока он переключается, ребята, мы... О, на 24. Так, он на 16 не ударил. Почему они такие уворотливые, а? Почему у меня такой уворот? Может быть, из-за того, что у меня броня такая мощная. Ух ты, ребят, двойная атака была только что проведена. Слушай-ка, совсем нехорошо. 14 здоровья у него осталось, и нам нужно отдохнуть. Так, он подходит. Он подошел сам. И все, ребята, за это и поплатился он. Ну что, давайте, наверное... Погоди, сейчас посмотрим, что он сделает. Понял тебя, Кьюбайт. Давай мы тогда тебя ликвидируем. Как некоторые подписчики написали, эта игра слишком жесткая для детей. Ребят, ну, я не знаю, если так все воспринимать, то любая игра жесткая, какую ни возьми. Так, и мы с вами получаем сейчас новый уровень. Да. Так, продолжить, и я буду изучать новый скилл. Сейчас посмотрим, у нас, по-моему, один скилл-поинт будет, да? Ну-ка, так, у нас здесь есть еще. Так, я в атаку, ребята, волью 10 атаки, и вот навыки. Так, восстанавливает ОЗ, это все понятно. Так, гарантирует, что и следующая атака будет успешной. Вот так мы сделаем, ребята, 20% к шансу успешного. Да, то, что нужно для меня. Ребят, мы с вами продолжаем. Супер-ежик, кошачий сын. Смотрите, атака какая у них, ребята, 23, а у меня всего лишь 10. Я по атаке отстаю. Слушай, а как они так набирают очки? Я же... Куда-то... Парень, ты круто прибежал тут, звезданул мне. Что-то я с него сразу практически всю броню снес. Ой, родной, я думаю, тебе сегодня не фартит. Нет, а может быть фартит, но он горит. О, наконец-то мы начали с вами уклоняться. Наконец-то. Так, тихо ты, парень, успокойся. Ох ты, пробил. Ребята, у него 19 здоровья всего осталось. Что-то там хрюкает. Я думаю, зря он это делает. Но что ты мне скажешь? Кошачий сын. Кошачий сын. Кошачий лип... Сколько? Сколько ты мне даешь? Ладно. Ладно. Пощадим на этот раз. Он хотя бы мне предложил денег. Давно этого не было, поэтому он достоин для того, чтобы жить. Слушай-ка, ребята, мы с вами накопили определенное количество денежек, и я думаю, что мы сейчас себе купим, наверное, надгрудник, да? Или поножи. Мы оденемся с вами в полный сет темного эльфа. Так, давайте зайдем в лавочку. Сколько там денег-то у меня? О, 9 тысяч, как раз мне этого будет достаточно. И я куплю. Так, 29, да, к броне. О, а поножи дают 31, ребят. Так, шлем дает 30. Давай, наверное, давай поножи возьмем. Так, предметы. И, конечно же, ребята, одеваем. Смотри, как классно выглядит. Так, заходим в лавку, это продаем. Все. Но я скажу вам одно, что нам нужно будет еще зарабатывать денег довольно много для того, чтобы купить себе ту же самую броню, шлем, щит и так далее. Ух ты, а этот парень будет у нас ловким. Мангвайя, да? Так его увеличать? Я вижу мертвецов. Так ты сейчас только тоже к ним присоединишься, парень, что-то волнуешься-то. Ать! А это нечестно было. А, блин! Ты что, издеваешься, что ли, надо мной? Я не понял. Так, секунду, давай я отойду. Ать, прикройся. Малорик, красавчик. Так, ребят, давайте еще, наверное, восстановим себе полностью инициативу. Танец, да, решил тут сделать? Хорошо, танцор диско. Когда это кончится? Ерунда-то, хорош уже. Ну, прикройся. Не стал. Подходим, ребята, может быть, успеем. А может быть... Давай так попробуем. Слушай, можно, в принципе, ребята, сделать вот так. Где у нас пинок? Иди он туда, на шипы. Так, он еще и поспал на них. А вот это вот, вот это, ребята, мне не надо. Мне надо, наверное, вот сюда вот перейти. Так, он опять переключается на лук.
Шипы. Я возьму еще, ребята, 25% к урону. И теперь попробуем. Ворот. Да что ты будешь делать? Да не могу, ребята, и все, хоть ты тут что делай. Надо кимарнуть. Угу, понеслась. А, мы же, помнишь, мы же смотрели, ребята, у него опупенный уворот. Точно, точно, точно. Я и думаю, почему я не могу никак по этому олуху попасть. Слушай, вот с таким парнем очень опасно шутить. Потому что вы сами прекрасно видите, что здесь происходит. Ага, он понял, он понял, он отошел. Ничего себе! А вот это ты, наверное, братюня, зря сделал, я думаю. Он меня, ребята... Он меня прикрепил... Я не могу двигаться. Давай веселиться. Вот так вот. Возьмем урон. Молодец, что прикрылся, ты красавчик. Попробуем, ребята, атаковать. Угу. Это было глупо, наверное. А сейчас? Да почему я не могу попасть? Уже пятый раз уже не могу никак попасть. Вот... Шипы. Мне это совсем не нравится. Давай веселиться. Ребят, я могу унитазом по нему бомбануть. Давай унитаз в него бросим. Так, и в довесочек. Замечательно. А, он оглушен. Ага, видимо, когда он оглушен, он, ребят, не может уклоняться. Я это запомню. Так, цветочки тут полетели. Но, родной, что ты скажешь? Заманчиво. Да ну тебя. Ребята, очень мало он мне предложил денег. 214 монет всего лишь. Поэтому он достоин познать силу указательного пальца. Да, именно так. Ну, в этом плане, да, ребята, игра немного жестковата для детей. Так, ну, тем не менее, мы с вами зарабатываем 1000 с лишним монет. Так. У нас почему-то, ребята, опять перестал расти опыт. В чем опять, блин, проблема? У нас какой-то поединок, что ли, светится? Нет, ребят, турнира пока я никакого не вижу. Ну что? Почти 4000 монет я накопил, и нам, ребята, надо делать следующий поединок. 8500, по-моему, это Винни-Пух. По-моему, с Винни-Пухом мы уже с вами как-то сталкивались, да? Я ведь ничего не путаю. Винни-Пух уже был. Давай-ка подойдем поближе вот сюда. Ать, хорошо было, неплохо. Ну, вторая атака почему-то, ребята. Слушай, таким макаром мы сейчас... Воу! Парень, тихо! Да ну, завязывает уже. Ребята, он с меня всю броню снес. Да. Хорош. Так, он спит. Естественно, мне тоже, ребят, надо немножко отдохнуть. Это опасно. О! Блин, он отошел. Он, ребята, отошел от ловушки. Я, наверное... Давай я буду веселиться. Я буду, ребята, веселиться. Ага. Попал и пробил. Изи. Ну, бабло дашь? Синяя борода, или нет? Да, ребята, он подкидывает сколько? Какая сумма? Да чтоб вас, почему так мало даете? Меня не устраивает, мне нужно как минимум 400 монет, чтобы вы давали. Только в этом случае я могу вас пощадить. А так, нет, даже разговора об этом не будет. Ух, ребята, наконец-то я получил новый уровень. Неужели? Неужели? Очки славы 71. Так, у меня уровень 8. Так, ну что, я буду... Буду усиливаться. Единственная проблема в том, что мы с вами в основном все на силу, да? Спускаем все на силу. И, наверное, на атаку. Вот так вот, ребята. Так, а что у нас тут еще один скиллпоинт есть? Давай посмотрим, что мы можем, ребят, с вами выучить. Так. А сюда почему я? Так, элегантный уворот приятно чешет самооценку и чувство собственного величия. А еще может дать дополнительный ход в обмен всех правил. А, в обход всех правил. Так, обаяшка, ты знаешь, где-то ерунда. Каждое сокровище содержит дополнительные монетки. Уровень 15 бонусных монет. Ага. Так, уменьшает получаемый урон от дальнего оружия. Это ерунда, это нам не нужно. Тут у нас восстанавливает ОЗ. Но ОЗ это, ребят, когда у нас нет брони. Так. Попробуем, ребят, да, вот это вот.
Если у нас элегантный уворот вдруг... Кстати, турнир открылся. Турнир открылся. Но я пока туда не пойду. У меня пока поединки. Я пока не облачусь полностью Эминем. Полностью в броню, которая мне нужна, да? Темного эльфа. Я ни на какой поединок даже и суваться пока не буду. Мы с вами сильные, да, я не спорю. Но по увороту мы, конечно, ребят, вообще тут нубы. Наконец-то попал. Да ладно, ты что, серьезно, что ли? Ха. Кимарну. Так, там монетки лежат, ладно. Есть, еще разок я его пробил, ребят. А еще пробьем? Нет, он сделал уворот. Так, опять мне приходится отдыхать. Что-то слишком часто, ребята. Мне надо отдыхать. Да ладно, ты уворачиваться, там цветы ли... Опять? Слушай, ребята, он меня достал, если честно. Давай-ка вот так сделаем тогда. Унитазом в довесок. На, он оглушен. И поэтому, ребята, я могу, наверное, бомбануть. Как? Ты же оглушен, парень, ты же вроде... Ты же не должен уворачиваться. Ты сопляжу, а? Ребята, у меня очень быстро заканчивается выносливость. Это очень большой для меня минус. Смотри-ка, он тоже не может попасть. Ага, а еще разок. Что-то вторая атака, ребята, не срабатывает у нас, да? Вы заметили? Что-то уж больно много тут цветов летит на нас. Это что такое? Это в честь кого? В честь меня? Вот так-то. Ну что, парень, я бы на твоем месте дал бы мне денег. Монет 400. Ну-ка. Да ладно, вы все недостойны жить, потому что вы даете очень мало денег. Очень мало денег. А мы, тем не менее, зарабатываем с вами, ну, по тыщенке каждый бой. И это означает, что у нас, по-моему, опыт расти не будет вот этот вот. Потому что нам нужно идти с вами на турнир. Да ведь? После того, как мы с вами на турнире побьем босса, может быть, после этого будет что-то там у нас дальше повышаться. Но, а пока 6500, ребята. Нам нужно еще как минимум 2 поединка провести, чтобы я хотя бы мог себе купить броню. Сергей, крокодил Гена. Он против нас? Ну, давай посмотрим. Крокодил Гена. Так, подошел, да, ко мне? Эть, промашечка вышла. А он-то не промахивается, ребят. Ну и мы тоже не промахнулись. Ух! Секунду. Горит, я его все-таки поджег. Опа! Горит еще. Так, ребят, сколько у него там здоровья? А, 56 единиц. 24 единицы здоровья, и я думаю, что пора... Надо было отдохнуть. Все, наверное, добиваем мы его. Какой-то сосунок, на самом деле. Крокодил Гена. Ну, наверное, будет... А, нет, смотри-ка, деньги дает. Ну ладно, бог с ним, ребят. 316 монет. Это сгодится. Все. Слушай, я хочу полностью собрать себе сет. Он, я думаю, будет выглядеть вообще великолепно. Хоп-хоп, все дела, да. Крутой. Ну, по крайней мере, этот чувак остался живой. Пускай радуется. Ох ты, 1200. Слушай, нормально так нам сейчас привалило бабла. А может быть, мы успеем с вами 10 уровень получить, а? Что, тут тоже что ли? А, я же его пощадил, ребят, точно. Какие там кристаллы души. Я же его пожалел. Так. 8000, подожди-ка, по-моему, мы можем вроде бы что-то себе приобрести за 8000, или я ошибаюсь? Мы можем, кстати, взять с вами ботинки. Ботинки. У нас же нет ботинок с вами? Нету. Тогда я покупаю боты. Так, ребята, одеваем ботинки. Ну, а вот это, естественно, продаем. Так. Мне бы, конечно, на самом деле еще хотелось бы получить оружие темного эльфа, но мне кажется, для него нужно будет копить и копить. Скрытый пул неудержимый. Так, что у него, ребята? У него опять очень высокая ловкость. Почему-то мне одних ловкачей дают. Да? Ну ты сейчас по этой заднице-то как раз и получишь, олух. Танцуй, танцуй. Танцуй, родной мой. Что такое? Что ты сразу встрепенулся-то, а, голубчик? Смотри-ка, он взял к урону 25%. Так, я понял тебя. Я кимарну, пока там радуешься. Опа!
Зря ты так, радость моя, зря. Ать, ненавижу, ребята, промахиваться. Да ненавижу я промахиваться, он же ловкач. Он же у нас ловкач. Так, сколько он там? 44 здоровья, всего лишь-то? Ну, конечно, ага. Готов, неудержимый, скрытый пул. Ну что, ребята, будет деньги давать? Нет? Достойно. Достойно, ребята. Познай силу у казашки. Да-да, ребята, только так, только через такое наказание. Тюнь. Удар Сифу. Ну что, он денег мне не дал, все, за это и поплатился головой. Так, денежка к нам капает, все, отлично, ребята, у нас должно здесь подрасти, ведь так ведь? Ну, сколько дадут? 2 очка дают. Отлично, то есть еще 3 очка, ребята, мы с вами выучим еще один скилл. Кстати, насчет уворота что-то я не понял, мы с вами вроде бы как уворачиваемся, да? Ну, периодически. Кирилл, 3 яйца. 3-яйцевый, значит. Опять, ребята, с уворотом на 23 единицы. Слушай, он похож на Шрека. Зеленый такой весь. А что-то сразу пужанулся-то, сразу менять он стал. Эй, не, так, парень, не пойдет дело. Я не хочу в ловушку в эту попадать. Так, мне придется кимарнуть маленько. Смотри, ребята, у него сколько инициативы. Да, он тут может бесконечно драться. Так, а что это у нас? Добродетель стража. Твои инстинкты становятся острее, помогая избегать вражеских атак. И давай 8 единиц к очкам защиты. Это, конечно, все хорошо, заманчиво. Ах ты, олух. Ребята, у него 43 единицы здоровья. Я отойду сюда. Он переключился на лук. Кимарнем. Ать! Не стали прикрываться, да? Кулак. Ну, идиот, а. Все, сплясал. Молодец. Плясун. Так, тихо, прикрылись. Умница. Я не могу понять, а почему ловушка-то не исчезает? Блин, зараза. Плохо дело, ребят. Ну все. Зря ты свою сраку мне показал. Стой на... Во-во, ребят, как раз ловушечка-то. Давай-давай-давай, радуйся, радуйся. Капканчик. И получи от меня подарочек тебе. Достоялся там, доплясался. Ну бас. Ну что, ребята, понял? У меня к тебе нет вопросов, парень. Никаких абсолютно. Так, ну что? Денег у нас, блин, маловато. Маловато. Для того, чтобы купить сет, нам нужно, ребят, хотя бы броню, нам нужно 8500. 8500 монет. Продолжаем нашу эпопею. И, слушай, в поединок. Ух ты, появилось задание. Оно может принести несметные богатства или суровые испытания. Выбор за тобой, воин. Принять. Ты спокойно идешь домой, но тут тебе подходит непонятный бродячий торговец. О, воин, у меня есть полный сундук прекраснейших товаров. Не желаешь приобрести? Желаешь? Цена 927 монет. Да! Получен сундук с предметами. Мудрый выбор, славный воин, говорит мне торговец. Так, хорошо. Предметы, давай посмотрим. Что это за сундук? Что в нем, ребята? Ох ты, ох ты. Так, смотрим, ребята, что дороже всего стоит, то и берем. Беру шлем. Я заплатил там 900 монет, да? А продаю это все дело за почти 2000. Классно, я считаю, что классно. Слушай, а почему-то раньше таких торговцев никаких мне не встречалось на пути. И это хорошо, это радует. Что уже какие-то есть торговцы. Так, сила 23, атака 25. Слушай, ребята, этот парень по атаке-то крепок будет. Ну что, подойдем потихоньку, наверное, да? Вплотную почти. На! Я его опять поджег. Вот мне нравится, когда, ребята, у меня срабатывает скилл на поджог. Потихоньку он, ребят, тратит свое здоровье. Это очень классно. Иди вон монетки лучше подбери. Эй, клюнул, купился. Ну, в принципе, ребята, монетки ему пригодятся. Для чего? Для того, чтобы откупиться от смерти. Оу. Так, мне приходится отдыхать. Так, он тоже кимарнул. На тебе. Так, у него, ребята, 83 здоровья.
Осталось 8, все, мы его пробили. Двойная атака все-таки сработала у нас. Такие, да. Перчатки лежат, топоры. Смотрите, ребята, не зря он деньги копил. Ладно. Или... Ладно. Пожалею я его, ребят, пожалею. Хотел я было его наказать, но посмотрите, щит там разломанный вообще в хлам. Да-да-да, лучше мы вот так вот сделаем, а тот такой недовольный. Но зато живой, пускай без яиц. Так, ну что, ребята. Единственное, что мы с вами не получим очков, да, кристаллов вот этих, а нам нужно всего один, блин. Я совсем забыл про это. Ладно, продолжаем эпопею нашу. Сколько у нас денег сейчас в данный момент? 7000. Буквально, ребята, 1500 монет зарабатываем, и я покупаю себе броньку. Кстати, заметьте, что броня, она слабее по защите, чем все остальное. Шлем вот еще неплохо. Это что за... Что за голодрань сюда ко мне подошел-то прям? Фига он там ходок, да? Такие расстояния проходит за один момент. Ай-яй-яй-яй-яй. Что ж ты меня все толкаешь-то, а? Что ж ты меня все толкаешь? Игорь крутой. Игорь крутой, блин. Ну что, Игорюш? Ой, зря. Зря, ребят, я не дошел. Бом, меня еще и оглушили. Это не есть хорошо. О чем он задумался? Эй! Только стрелы кончились. Ребята, что-то с игрой. Ага. Хорошо, я уже думал, ребята, заглючило что-то. Думал уже все. Трындец, придется перезахотеть игру. Ну нет, все, отлично. Так, ну что ты, парень? Намазался говном каким-то. Понял я тебя прекрасно понял. Получи тогда топорик в чайник. И, ребята, мы с вами прокачаем сейчас один из скиллов. Ну давай, сколько там денег? Грубо говоря, 1000 с небольшим, а нам нужно 1500, да? Так. Продолжаем. Так, я вас смогу выучить, ребята, какой-то скилл. И мы, наверное, продолжим. Так, у меня здесь одно очко есть, да? Наверное, мы с вами... Слушай, а у нас защита слабенькая. Давай защиту, наверное, улучшим. И вот здесь давай, наверное, вот так вот. Шанс получить еще один ход. Ну, очень хочется, ребят, поэтому так вот сделаем. Представляете, если мы два хода будем ходить. Ух ты. Так, кто тут у нас? Никитун Вонючка. Опять у них ловкость. Чего же вы такие ловкие? Ну, у них, ребят, знаете, для чего ловкость? Чтобы управлять мечами вот этими вот. Им нужна ловкость. Ну, по-моему, и на... Что так близко подошел-то, родной? Да? Ну это ты круто, конечно, сделал. И главное, что вовремя. Так, тихо, парень. Ну? Ой-яй-яй-яй-яй. Ну что, ребята, начинает потихоньку мальчишка гореть. Гореть на работе. Ох ты, на сорокет. Ребята, у меня с броней-то проблема уже, да? Да нет, хотя живем еще. Я думаю, что он быстрее отдуплится. Так, восстановили себе выносливость. Ну? Так, сколько у тебя там? 10 здоровья? Добили. Все, родной, хорош. Домахался своими кулачками. Теперь либо плати. Так, ладно, пощадим, ребята, потому что мне нужны деньги на самом деле. Ну, вот так вот мы ему сделали там яичницу, короче, в штанах. И пошли выпендриваться на камеру. Нормуль. Так, остается нам купить, ребята, недостающий комплект брони. Так. Ну, опыт у нас не растет, это все понятно. А, кстати, надо еще глянуть, сколько у нас, ребят, стоит оружие. Может быть, нам стоит купить. И надо будет посмотреть, кстати, что для этого нужно. Так, лавочка. У нас топоры, да? Топоры. Так, погоди. Раскольник. Апокалипсис. Для этого нужно 40 силы, ребята. А тут 32. Подожди, а что здесь надо? А, ты посмотри, нам нужна одна голда. То есть голда, я так понимаю, дается после...
10 тысяч, да? 10 тысяч серебряных — это одна золотая. Нифига тут ценнички. Нет, тогда уж я, наверное, куплю себе для начала сет полной брони. Так, шлем. Вот смотрите, ребята, шлем дает 30-ку. Ну, я хочу броню взять, потому что, ну, как-то, вспомните, не айсово с вами, согласитесь. А вот сейчас... О! Ну! Разве не красота? 3108 монет у нас есть на кармане в данный момент с продажей. О! Ну, как-то я думал, честно говоря, будем выглядеть немножко по-другому. Может быть, то, что шлем у нас такой неказистый, поэтому мы как-то смотримся не очень хорошо. Геннадий против нас. Давайте, ребята, посмотрим, что это за Геннадий. Может быть, Геннадий Зюганов, я не знаю. Оп, промахнулись. Ну, это понятно, ребята, можно прикинуть, да, в таком сети, в такой амуниции темного эльфа особо сильно не повоюешь. Так. Ой, опа. Парень, подожди. Я все, конечно, понимаю. Ты крутой. Бонус к энергии он взял, да? На-ка тебе. Отец драконов Геннадий. Прям как, ребята, из Игры Престолов. Да на тебе. Ага. Ты смотри, он от меня не отстает никак, а? Все? Да, ребята, все. Крантарики на воздушном шарике. Ну? Понятно, я все понял тебя. Денег не даешь, тогда... Что такое, ребят? Это фаталити. Да-да, ребята, это фаталити. О-о-о-о-о-о-о. Да. Типа пощадили, думал, да? Нет уж. Никакой тебе пощады не будет. Денег нет и нет пощады. Так, ребят, ну что, нам, честно говоря, еще очень-очень много нужно денежек. Очень много, просто я даже боюсь представить, сколько для того, чтобы нам купить с вами шлем, потом щит. То есть это у нас затянется серия на час тогда. Я предлагаю как? Сделать сейчас перерывчик, да? И увидеться уже в следующей серии. Я думаю, что вы будете не против. Так что всем пока, всем удачи. И до новых, ребята, скорых видосиков.